Вот эта патрульная полиция гоняла за мопедом и очень резко свернули в арку и сбили женщину. Мы уже 100 раз говорили, что надо закрыть эту арку, потому что тут находится поликлиника, очень много людей, тут большой проходняк, и эти нехорошие полицейские просто влетели в нее и сбили там женщину в этой арке. Посмотрите на эту арку. Вот сколько людей идут через эту арку. Тут ездят машины, ходят люди. Не проходим туда никто. Залетел в арку на всей скорости и сбил женщину. Просто. Арка не только тут движение автомобилей, но также и пешеходная арка. Потому что тут находится поликлиника. И все люди, которые идут с этой поликлиники или в поликлинику, они все идут через эту арку. И этот идиот на полной скорости въехал в арку, гнался за каким-то мопедом. Гонялся тут по дворам, просто совершал такие действия, как вообще ПФЛ они проходят.